1 сентября – праздник начала учебного года. Это не только первый день календарной осени, но и точка отсчета нового этапа. Лето осталось позади. Впереди напряженная работа учителей, учеников и родителей. Уже земля сменила платье, надела праздничный наряд. Сегодня праздник, школьный праздник. По всей стране, у всех ребят. Пусть солнце нас уже не дразнит, не птичья трель звонок зовет. И будет длиться школьный праздник не целый день, а целый год. По традиции в этот день проводятся торжественные линейки. Звенят первые звонки. Учителя встречают своих новых учеников. Этот день с радостью и нетерпением ждали первоклассники. Они сегодня главные герои. И праздник этот особый. Они впервые надели школьную форму, взяли в руки портфель и вместе с родителями, дедушками и бабушками за ручку, немного нервничая и боясь, пришли на свою первую торжественную линейку. В этом году в нашем районе за парты сели 180 первоклашек. С напутственными словами и подарками пришли девушки и юноши городских школ, те, для которых 10 лет назад прозвенел первый звонок. 85 выпускников в этом учебном году покинут школу и получат путевку в большую жизнь. Дорогие родители, для вас начинается новая школьная жизнь. По новой начинаем школьную программу. Она сложная, но, поверьте мне, интересная. И для вас, для всех она обязательно будет преодолима. Поэтому я вам желаю терпения в первую очередь и уверена в том, что все получится. Ну а сейчас позвольте от имени всех и первоклассников, и родителей обратиться к нашим выпускникам. Ребята, первоклассники, посмотрите, какие напротив вас стоят высокие, красивые, умные, видно, что умные по глазам выпускники, да? Дорогие ребята, мы вам желаем успехов вместе с вашими классными руководителями, которые и сегодня, так же, как и все эти годы, были рядом с вами. Также среди подарков дневники школьника Республики Коми, выпущенные в честь 70-летия Великой Победы. В год патриотизма в нашей республике их получат все ученики первых и вторых классов. По окончании мероприятия для первоклассников прозвенел первый в их жизни звонок, знаменующий начало долгой школьной жизни, после которого они отправились на свой первый урок. Конечно, сегодня им предстоит только первое знакомство с учителем и одноклассниками, но уже завтра начнется настоящая школьная жизнь.